встречать вас с работы. Мы можем успокаивать вас, когда вам будет грустно. Воспитать гуманное отношение к животным, пожалуй, это главная их задача. А еще рассказать, откуда берутся бездомные животные и что мы можем сделать, чтобы им помочь. За годы существования нашей группы, 4 года, пристроено в добрые руки, нашли своих хозяев больше 2000 животных. Реальные истории зачастую трагические, но со счастливым концом. Влад Комлев с интересом слушает свою маму, которая тоже волонтер. О том, чем она занимается, говорит с детской простотой. Она ловит животных, лечит их и потом дает людям. Пока эти ребята еще не могут пополнить ряды волонтеров, но хочется верить, что после таких уроков доброты уж точно никто не обидит кошку или собаку. Если я, например, увижу болевшую собаку, мне, например, там лапа болит, я возьму ее к себе домой, начну ее выхаживать, чтобы у нее лапа зажила. А если, когда она выздоровеет, я оставлю ее пока на днях дома, рассошью по интернету, ну, забирайте собаку бесплатно. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.